Всем привет! 14 мая, разгар весны в Сибири. Тепло, хорошо. Градусов 25 будет. Пчелки летают, работают вообще. Вчера открывал, ну, семья развивается. Готовимся к медосбору. Вот мы с Нюшенькой. Ну что? Ну, с Нюшенькой сделаем обход. Она со мной везде. Охрана где-то там. У нас, смотрите, как красиво цветет яблоня. А сейчас пчелки таскают там пыльцу, нектар. Там усыпано просто. Сейчас еще черемуха уже расцветает. И как раз вот на развитие. Вот куда пошла? Нюш, ты куда пошла? А, там посажено. Здесь же посажено, вот она обходит. Траву кушает. Ну, животные. Пчел не боится. Чего не боишься, да, никого? Ни Джесси не боится, ни пчел. Вон Джесси. Джесси пальнял. Иди сюда, айда, Джесси. Иди сюда. Сейчас, полиняло. Все, в огород не заходи. Куда я стала? Все, не заходи. Ну что, вообще пофигу ей. Это Джесси. Выйди. Голуби летают. Но я не могу их поймать. Сейчас мы два пескуна. Вчера отлетали часа три. Вот сейчас уже, наверное, полчаса они в небе стоят. Ну, я просто на камеру их не могу поймать. Я вот вижу их точечки. Они... Тем более облаков нету, и вообще сложно поймать их. И надо хоть пасмурную погоду, чтобы их увидеть на камеру. В солнечную погоду невозможно их снимать. Монитор от солнца блестит, и ничего не видно. Ну, здесь вообще... Сейчас вот пермячку, которую птенцов докормит. Здесь есть две голубки. И вот ждем одну голубку недавно. Костя дал пермячку. Одна. Вот сейчас там пескунов доканывает и спорую. Вот с этим самцом, например. Это все очень хорошие летуны. Гривуны, пермяки. Павлины на яйцах сидят. Что ты встала-то? Там два яйца сидят. И вот вон пермячка, по-моему, в углу. Ну ничего, гнездо заняли, может сейчас. И вот пара, вот эта пара. Костя привез, да. Ладно, сейчас возьмем пескунов. Пойдемте попугаев посмотрим. Сейчас Карел. По-моему, уже все на яйцах сидят. Сейчас волну посмотрим. Джесси, куда пошла? И пойдем потом попозже Карел посмотрим. Еще сейчас покажу. Вот это две индоутки уже сели на яйца. Вот мама сидит. У этой немного яиц. Вот здесь, видимо, нанесли все вместе. Так. Это вот родители пескунов. Пермячка и венгр. Сейчас покажу этих пескунов. А вот она. Вот эта уточка сидит. 20 яиц вчера я посчитал. У нее такое четкое гнездо. И я проверил вчера все яйца. Они все оплодотворенные, все, абсолютно, нету ни одного пустого яйца. Посмотрим, что вылупится. 20 штук. Это вот сейчас пескуны в небе, вот ихние, что там, братишки, сестренки, следующие поколения. Это вообще как красный пермяк какой-то получается. Но летуны они вообще, это вот... Вот они, родители. Летуны, пермяки, это они с первой дней жизни уже, я говорю, по 3-4 часа летают. Это такие пескуны. В принципе, еще плохо должны летать. Вот, блин, я не вижу их, а. Ладно, сейчас попробую, может это попробую заснять. Покажу, на какой высоте они стоят. Тот, кто на яйцах не сидит, это вот селезень, две уточки. Идут в ручей купаться. Опилки привезли вчера. 6 кубов.
Сейчас этот дом на полы доделываю. Таскаю опилки, ну, делаю полы. Сейчас пойдемте уток выгоним. Ну все, уточки. Хватит, Багира! Вот такой ручей. Перезимовали, теперь у них райская жизнь настала. На травке. Искупались, позагорали. А вот цветет черемуха. Вот она. Вот она, красавица. Что-то пчелок не видно. Ну еще рано. Сейчас утро. Видимо, в другом месте летает. Или нечего брать с нее так много. Нет пчелок, что-то не видно. Вот появились немного. Вот они. Два пискуна. Уже около часа. Ну, садятся. Сегодня долго не отлетают. Вчера они часа три летали. Сейчас уже садятся. Ну-ка, время. Сейчас я точно скажу, сколько они в небе уже стоят. Сейчас я на почту уезжаю. Вот так. В 9:04 они взлетели. Ну, 40 минут они летают. Ну, я думаю, 20 минут они еще отлетают. Пока сядут. Может, даже еще опять вверх уйдут. Вот они, наши попугайчики. Скоро. Ну, как скоро? На следующий год будет массовое размножение волны. Будет очень много у нас. Начнем. Сейчас вот закуплю самцов. И будем уже на следующий год мы их размножать по-крупному. Ладно, попозже к рыбам сходим. Вроде бы садились, да? Блин, видно, нет их. Да, вот они. Вот они. Уже... Что мне нравится, пермяки, вроде бы все, вот, уже... Внизу, да? Смотришь, думаешь, уже сидят. 10:45. В 9. Шугнул я их. Вот сейчас приехал, они еще летают. Уже 2 часа они стоят в небе. Где они? Короче, они то спускаются, то уходят. Вот они, вот, видите? Ну давай, ну садитесь уже, вот пискуны, и что вытворяют? Ну вот такие пассажиры, их, наверное, подпугивают. Ворона несет в клюве, видите, что-то гнезда строит сейчас. Ладно, все. Сейчас, если сядут, покажу. Все, сели. Сели, мои красавцы. Почти 2 часа отлетали. Без 10. 10 минут не долетали до 2. Так что ладно. Дай бог еще вот эти, которые чистокровные пермяки, сейчас у меня пойдут. Пискунов будем брать. Там уже, я думаю, лед будет очень хороший. И ну хотя бы 20 штук, чтобы летало. Чтобы их было видно в небе. Ладно, пойдемте дальше дела делать. Жарко, пчелки. Пчелки вовсю работают. Скоро будем переселять. Вон новые улья стоят. Это ППУ улья. Это деревянный. Скоро делить буду семью. В ППУ улья одну закину. Зимовать будут в них на улице. Сделаю 2 семьи скоро с этой семьей. Семья очень мощная. Разделим ее скоро перед роением. И потом 2 семьи наших будут зимовать на улице. Ладно. Пыльцу несут. Одуванчик сейчас цветет очень хорошо. Вот они.
Видимо, пыльцу с него несут. И будет у нас сибирский очень вкусный мед. Потом пасеку увеличим, будет много, и будем тоже его продавать, этот мед в Сибири. Также буду отсылать посылками, кому, конечно, будет интересно попробовать наш мед. Ну ладно, это в ближайшем будущем все это будет. Сейчас трава пошла сочная, молодая. Даем ее всем абсолютно. Попугаем ставим прям так. Все, они с большим удовольствием. Вон, видите, на полу сухая валяется, они с большим удовольствием грызут, как и яблоки. Все-таки на улице птица в вольерах, на солнышке, на свежем воздухе выглядит просто чудесно. Яркие, подтянутые, перья прям сложены. Посмотрите, вот в помещении птица и в вольере на свежем воздухе, когда летает. Конечно, это не клетки. Птица в вольере, она очень отличается от клеточной. Крепкая, подтянутая. Ладно, скоро будет у нас. Сейчас достроить дом, планов очень много. Вот этот. Вот видите, хореллы загорают на солнце. Я вот этот весь второй этаж вот так сюда выдвину, метра два, наверное, сюда внаружу, и во всю длину сделаю вольер. Хотел отсеками делать под разных видов попугаев, но я не буду держать разные. Все, волна, в основном будет волна. И вот этот 10 на 2 будет у меня вольер. И там будет молодежь летать. Возможно, какой-то вот здесь кусочек отделю, метра 3-4, чтобы молодежь отселять. А там будет вся волна, которая будет размножаться. Вот в планах вот такое. Ну и внизу, не знаю, внизу, может, тоже пару вольеров поставлю. Пойдемте сейчас курочкам траву дадим. Сидят, да, вот. Я сюда пришел, бегут за мной. Ну идите, вон, столько здесь. Вон, три девки гуляют, травку щипают. Остальные все здесь лазят. Вот. Идите, гуляйте, ешьте, копайте. Нет, сидят, меня ждут. Ну давай, выходи. Сейчас им надо нарезать траву, да? Вы, наверное, траву хотите, которую я свежую привез? Ну, хотя большинство несется сейчас. Сейчас большинство у нас несется. Ладно, сейчас давайте нарежем травы. Вот нарезал, сейчас это дадим молоткам, сейчас уже кину. Некоторые берут вот так траву нарву, да, вот такую длинную, и кидают, например, курям. Куры же это не попугай, он ее не перекусит, и она ее не перекусит, не этот, проглотнет вот эту длинную травину. И все, и может закупориться зоб. Да и там, ну, не очень хорошо переварится. А когда он аккуратненько нарезал ее, и все, они ее больше съедят, и никаких закупорок зоба не будет. Основное, это сейчас свежая трава, молодая. Когда трава немного погрубеет, ее давать длинную, то... Ну, большая вероятность, что будет закупорка зуба. Эти так и боятся выходить. Ну, потихоньку выходят. Цепа. Несут очень красивые яички. Сейчас Соньке оставим. Травы тоже. Там три девочки осталось. Надо самца доставать. Вот такие очень симпатичные яички несут нашу молодочку. Вчера 14 штук собрал, вот утром уже 3 штуки взял. Сейчас еще несут. Здесь идет процесс поедания. Ну, пойдемте. Сейчас здесь надо тоже всем травы нарезать, кроме попугаев.
Шарелы. Шарелы, видите, все клетки пустые. О, ты чё? Нормально с тобой все? Шарелы все сидят на яйцах. О, наверное. Давайте сейчас. Сейчас посмотрим. Соня! Соня, ты траву заждалась, да, Сонька? Чё, моя хорошая? Сонь, на. Давай, давай сочную траву. Давай. Этим сейчас нарежем. Так, ну давайте посмотрим одно гнездо какое-нибудь. Так, сейчас у меня клетки гнезд. Вот эти снимаются стенки, чтобы удобно было обслуживать. Вот и все, клетка полностью открыта. Так, самка, самец. Да, вон яйца. Вон яйца, видите, под ним. Я же говорил, что, ну, когда птицу знаешь, очень быстро она, ее понимаешь, она очень быстро начинает размножаться, когда делаешь все правильно. Когда они размножаются, значит, что-то делаете не так. Все, других вариантов нету. Вот он, самец сейчас на гнезде. Два яйца, да? Вот, все. Ладно, все, больше открывать не будем. Да и там я уверен, что все гнезда уже тоже в яйца. Так что размножение идет полным ходом. Ну давайте сейчас посмотрим в вольере, чтобы понимать. Так, открывать не будем, ну-ка. Сидит, да, на яйцах? Самец. Так, одно гнездо. Давайте. Тоже сидит, да? В некоторых гнездах даже по две самки залазит. У меня здесь 4 гнезда стоит. Здесь вылетел. Испугались. Так, что, 4, да, яйца? Да, 4 яйца. 3 заряженных, 100%. Одно под вопросом. С 3 выкинцы. Корылы очень шубливые. Так, у тебя что? Это самочка. Ну, не знаю, сидит, нет? Может, здесь сидит. Ну, вот, во всех гнездах. Во всех гнездах есть. Ладно, корил не будем тревожить. Во всех гнездах есть это, яйца птенцы. Ну, все размножаются. Вот эти два посмотрели. Ну, здесь давайте, вот последнее гнездо, которое мы не смотрели, корил. Так, сидят. Да, вон яйцо, видите? Ну. Короче, на яйцах тоже сидят, ладно, не будем беспокоить. Сидят в домике. Ну и волну посмотрим, раз уже зашли. Уже должны, в принципе, по-любому. Уже время прошло немало. Как мамаша начала откладывать вторую кладку. Вторая кладка, напомню, первые птенцы, 6 штук на улице, уже в вольере. О, я что говорил. О, птенец одного вижу. Ну тихо, тихо, вы засранцы. А два птенца даже. Блядь, ладно, не буду. Ой. Блядь. Все, все, успокойтесь. Что, задавят нафиг. Все, два птенца есть, но еще яйца, куча яиц, ладно, через дня 3-4 посмотрю, пускай подрастут, или когда без камеры буду, аккуратненько. Все, у этих птенцы вторая кладка
Ну и канарейки, что? Канарейки вот, я не знаю, он тут от рыболова, что ли, птенец, вот он. Он капец на рыболова похож, вот он, смотрите. Может, гибрид, смотри, от рыболова он, а? Вот он, гибрид. Вот. Они в толпе жили, вот смотрите, галим рыболов. И цвет, и даже полет его ж не вот, нет. Может, гибрид получился. Ох, здесь толпа, я не знаю, кто с кем, кто кого, размножается, надо будет половину продавать молодняка. Слишком много его стало. Ну, вот такие дела на сегодня, у нас 14 апреля. Пойду все строить дом. Показал все хозяйство. Пойду строить дом наш. Хозяйство занимает, ну, немало времени, поверьте. Чтобы это все покормить, ну, минимум часа полтора-два надо, чтобы везде успеть. Ну, зато дома не надо бежать на работу, это моя работа. Покормил утром, ну, вечером, конечно, поменьше времени. Ну, вечером собираются яйца, все упаковывается, приезжают клиенты, все это забирают. Там, здесь, где посылки отправляешь. Ну, посылка тоже, иногда на почту зайдешь, вы знаете, как наши почты работают. Иногда там теряешь час времени, час просто в очереди. Вот бывают такие моменты, просто аж начинаешь психовать. Думаешь, нафиг транспортными компаниями зашел, тап-тап-тап и все. Ну, дольше идет, видите. Кстати, одна посылка шла 11 дней до кого-то. И все нормально там, прям уже получил посылку, а там чуть ли не предкуколка. Хорошо еды там, много им хватило. Они все сожрали, правда, ну, живые. Так что, ну и амадинки здесь размножается, это тоже надо будет продавать. Спрос на птицу сейчас, ну, так себе, знаете, очень-очень маленький. Поэтому сейчас пока все стоит. Насчет птицы, так, карел нет-нет забирают, а вот амадинок этот. Ну, волну спрашивают, но с волной сейчас у меня не густо. Ну все, всем пока, спасибо большое за просмотр. Скоро увидимся.